Даша. Всем привет. И что мы сегодня будем делать? Скажи мне. Будем наряжать елочку? Да. Дед Мороз принес тебе елку, и ты будешь ее наряжать? Снеговик. Снеговик? Да. Это просто интересно. Ну попробуй повесить хотя бы снеговик. Как его можно повесить? Вот здесь. Ну давай вот здесь. Снеговичка повесила. Красивый снеговичок у нас. А поверни его. Опа, какой красивый снеговик у нас есть. Гигантский. Слишком. Да. Вот здесь. Смотри, какой мама тебе дает колокольчик. Красивый такой колокольчик. Колокольчик. Вот такой. Так. Ты неправильно одела тапочки. Переоделась. У нас Даша не может надеть правильно тапочки. Быстро, быстро, вот так, давай, давай. Второй. Вот так. Давай, иди вешай колокольчик. Вот сюда, вот давай, вот сюда. Мама, нужно сделать еще раз колокольчик. А нет, не нужно. Теперь мама. Опа, красивые игрушки, да? Давай. Опа, вот так, колокольчик повесили, а вот этот, куда повесить вначале? Это. Вот сюда? Да. Опа. Вот сюда, повесили. Какая красивая, вешай. А вот еще у тебя Дедушка Мороз есть, да? А покажи всем, какой у тебя красивый есть Дедушка Мороз. Покажи. Покажи. Вот тот. Какой красивый есть. Покажи в камеру, вот сюда вот, покажи, Клашечка. Она хочет открыть ему лицо, подожди. У него есть лицо? Да. Ну покажи. Да он заболел. Заболел Мороз? Да. От чего он заболел? Вот у нас есть еще игрушечки. Смотри, какая красивая. Давай вот так, да? Повесим с тобой. Опа. Давай, бери, какую ты хочешь. Или вот туда. Давай. Вот сюда. Вот сюда? Да, вот сюда. Ой, красота какая. Вот по ягам. А теперь повесит мама. Мама повесит. Повесила. Ну вот еще есть вот такая. Здесь мама. Мама. Вот такая. Красивый Дед Мороз. А что ты повесишь, Даша? А вот поеду. Давай. Опа. Да. Мама, ой, какая красивая. Еще мама. Здесь. А посмотри сюда на меня. И что ты там повесила? Расскажи мне. Мороз повесила. Мороза повесила? Да. Умничка моя. Мама повесила. Да, и мама повесила. А то есть? Сейчас. Сейчас мама повесила. Давай. Куда ты повесишь? Да. Нет, это вот здесь. Вот здесь? Опа, молодец! Ой, как Даша любит игрушки, да? Целует, расцеловывает. Даша любит игрушки, да? Ты любишь Новый год? Да. А что тебе на Новый год Дедушка Мороз принесет? Что ты заказала Дедушке Морозу? Даша, скажи. Хозяйский копила. Пожалуйста, тебе Дед Мороз принесет Бэби Берн? Да. Ты его просила? Да. А ты хорошо себя вела? Да. Умничка наша. Посмотри на папочку. Ай, любовь наша. Понимаешь, ты не достаешь, мама повесит.
Вот да. Такая вот большая елка. Тут у нас солнышко светит. Елка среди елок у нас. Мишка есть. Какой? Даша, вот с Дашей домик есть. Давай, Даша, перевешиваем вот такие теперь игрушки. Развешивай игрушки везде. Развешивай, да? Будешь развешивать игрушки и развешивать. Вот здесь. Ты не можешь? Давай, мама тебе поможет. На, вот так держи. Держи двумя пальчиками. Опа. Опа, да. Вот так вешай теперь. Бери двумя пальчиками и вешай. Даша елочка. Да, Даша тоже елочка. А ну, Даша, покажи, сколько у тебя игрушек. Много, да? Ого! Нет, сыпать не надо. Нет, сыпать не надо, вешай. Бери по одной штучке и вешай. Зачем высыпать? Потому что? Как много у Даши игрушек. Сколько много их. Мама возьмет немножко. А дядя лезла. Вешай, когда? Ты хочешь повесить на зайку? Так зайка же не елочка. Или зайка тоже елочка? Елочка. А ты знаешь стишок хоть один, а то Дед Мороз может и не подарить тебе подарок. Сейчас Даша позвонит Деду Морозу и попросит подарок. Давай, звони. Кнопочка, все, звони. Он уже звонит, уже говори. Даша, говори. Звони. Да, звони. Давай. Алло, Малов. Малов все поел. Очень прикольно. Давай. Вот здесь. Ну, давай здесь сложи. Ты же елку наряжаешь. Красивый цветочек. Вот такой вот красивый цветочек. А он пахнет? А ты нюкал? Да. А ну, понюхай. Пахнет? Да, да. Вкусно пахнет? Алёне, мама. Да? Алёне, мама. Да? Алёне, мама. Хорошо. Понюхай. Да. Вот такая получилась красивая елочка. Во всей красе. Отлично. Еще осталось повесить гирлянды, да, Даша? Да. Будем вешать гирлянды. И будет красота, и будем испытывать ее. Елочка, гори, нужно потом кричать. Одевает гирлянды, потому что Даша уже балуется. Дашенька, ты что маме не помогаешь ведь гирлянды вешать? Будет очень красиво. Или повешай. Аккуратненько. Повешать. Да? Будешь вешать? Да. Ну, вешай. Мама пока поможет гирлянды дать. Вешай. Ой, да? Красный. Повешала. Да. Опа. Смотри, мама цепляет красоту какую. Опа. Загорелась елочка. Еще должна загореться больше. Да? Да, еще. Вот, сейчас нужно. Вот, загорелась. Красота. Сейчас мама еще выключит свет, и мы посмотрим, как она горит у нас в темноте. Вот, как она горит красиво. Даша. Даша, тебе нравится? Включай, мама, свет, мы будем прощаться с нашими телезрителями. Говори пока мне, говори Даша. Пока, ребята, говори. Пока.